Мы свои позиции высказали, да. Я не хочу иметь больше дела с компанией. Понятно. Сергей, если Ксения будет возвращать свои, значит, расторгать договор с вами, ваша компания понесет репутационный ущерб. Вы готовы к таким потерям? Простите, у нас с Ксенией никаких договорных отношений не имеется. Мы с ней договор не заключали. Мы ей просто предоставили продукцию. Ну как не заключали? Вы же мне чек выбили. А у нас, получается, вы представитель банка, да? Ну да. Но вы же заключили договор с кредитной организацией. Я заключила с кредитной организацией договор на кредит. А взяла кредит и у вас купила косметику. Вы мне чек выбили. Чек — это есть договор. Я предъявляю претензии к вам, как который человек, который представляет недоброкачественную продукцию. Согласно закону потребителя, Ксения, я вас услышала, можно мне к Сергею обратиться? Сергей, согласно закону о потребителях, о защите прав потребителей, будет установлен факт вашего просроченного продукта, и вы понесете больше издержки. Давайте мы подумаем по теме замены и компенсации именно для Ксении, чтобы ей был это взаимовыгодный вариант для того, чтобы оставить себе этот продукт.